А, ну это русскоязычная, да? А, ну так Да. ты так поищи что-нибудь, типа... Нет, я ищу так. Ну так Спортивная адаптированная. Надо жизнь. прям... Требуются девушки на работу в Нью-Йорке. 200-300 за вечер. Без интима, без раздевания. Не стриптиз. Ладно, понятно. Предложение для коммуникабельных людей. Фото ищет менеджер. График. Тайм. Ищу няню на 3-4 дня. $12 в час. Погоди. Я все на рубли. Я понимаю, что это неправильно. 12 умножить на 60. Ёшкин кот. 720 рублей в час. Я еду. Я выезжаю. Славянка, строго, до 45 лет, хорошо разговаривающая на русском. Отлично, на русском я хорошо разговариваю, на не очень. Ладно, короче, видим, все, лефт мы сегодня уже не успеем. Да, что у него там вообще по... Я пошел в половинчиков. Мне там надо всего 2000 накопить. Копи. Я поэтому и хотел очень зайти в них, чтобы накопить наконец и все, потом можно забрасывать. Потом можно просто взять и удалить, да? Купить, да, я хотел кого-нибудь. Что он Андрей сказал? Ничего. Приехал на дачку. Блин, мне бы так было лень его вместе ехать на дачу или куда-то. Еще и другой конец. Ой, блин, пипец. Погода-то. Да.